Расскажи свои впечатления от прыжка. Да, давай. Про металл... Я не нажал видео, если что. А не снимает. Про металл мы уже... Я лампочку поменял. Про металл мы уже слышали. Расскажи нам о своих впечатлениях. Я жив? Но... Нет, я даже слишком жив сейчас. Мне больше всего понравилась фраза «всем нельзя, мне можно». Да-да-да. Да. А что можно тебе, а нам нельзя? Прыгнуть на тарзанке. Да это весело. Да? Не зря потратил? Я хочу еще раз, давай. Да? Нет. Отлично, отлично, Владик. Самое страшное там сверху стоять. Такая высота, не знаю. Как будто там... Но я думала, ощущение будет хуже. 10-й или 20-й этаж, это так, ну, хуже, смотришь, хуже, думаешь, хуже. Я на... Куртка где-то, что? Я стою, мне сказали, что типа... Не было. Сказали, что типа, чем дольше стоишь, тем... Страшнее падать. Страшнее. Я такой, ну ладно, пускай будет страшнее. Я такой, сейчас... Ты собирался, да? Я такой, сейчас отойду, ой, блядь, страшно, смотрю здесь. Блин. Круто. И прыгнул. Круто. Повторяйте за мной, и будете... Только тебя плохо очень видно. Фонарь. А, ну, все,